Сегодня вечером братья уже легли спать, а рыжая вот поймала мышку. Мышки слез, кошки игрушки, мышки слезки. Сегодня интересно, рыжая поймала тарантула. Как он сюда попал, непонятно, по-моему, большой. Я уже забрал, уж взял его, рукавицы вынес на улицу. Совсем маленькая, видимо. Может, мамка говорила, не выходи. Нет, вышел погулять, мышонок. Да, в природе все жестоко, конечно. Все это случилось после грехопадения человека. Так вот иногда смотришь на все это, как звери убивают друг друга. Конечно, это все по воле Божьей происходит, но жалко всех. Думаю, скорее бы все это закончилось. Наступила вечность, радость, мир, спокойствие. Кончилась эта смертность, когда будут и смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Да, на это Бог избежать всего этого. А вечность соединится со Христом, Господом нашим.